Всем привет. Spotify выпустил мой топ 2021. Как бы я решил сделать обзор. То есть давайте пойдем с сотого места. Ащта но не йой. Завтрашний запах. Ост из аниме Release the Spice. Хороший ост. Рие Муракава. Доки-доки, но иероглиф. Не помню, про что поет. Наверное, круто. Оресама, у них прикольные треки. Secret of My Heart. Это один из треков из Конана, который, естественно, поет Майку Раки. Кстати, интересный факт. Если кто не знает, у Майку Раки есть рекорд Гиннесса за наибольшее количество спетых треков в одном произведении. Это детектив Конан. Вот. Дальше идет Канаханазава, тут комментарии излишне, так понятно, что Канаханазава топ. Мегуми Хаяшибара, ну тоже мало чего расскажешь. Magic Parade классный. Love Together прикольный, действительно прикольный. Все-таки не просто так занимает почетное 93 место. Catch the Moment, это, по-моему, один из, если я не ошибаюсь, новых треков Лисы. Мне его посоветовал как раз-таки Spotify, когда он вышел. Прикольный трек. Одобряю. Вагаки Бэнд, ну, легендарно, конечно. Но в этом году я слушал Вагаки Бэнд, мне кажется, поменьше, потому что что-то как-то вот наслушался, скорее всего, да. Ну, дальше вы сами прочитаете. На 89-м месте у меня 40-секундное сообщение от Каны Ханазавы, где она говорит, что рада, что ее трек слушают. Я не знаю, как так вышло, что это сообщение слушал больше, чем все треки меньше, все треки ниже, но, допустим, может, конечно, это не по количеству прослушиваний, но так смешнее, поэтому я буду говорить так. Юса Ризава отличный тоже исполнитель, всем рекомендую, если вы аниме-дебил или же дебил в частности. Ну, про Сангатсу на Фантазии нечего мне интересного рассказать. Дальше у нас снова Лиса, норм. Open the Worlds очень прикольный, энергичный трек, что Оресама, ну и типичный Оресама трек, что особо ничего не расскажешь. Дальше снова Вагаки Бэнд, про него уже говорил. Ругуваки Пейджи, наверное, так все знают. Дальше снова Конан. Конан кайф. Юмино Кёко от замечательного исполнителя Сюэ. Прекрасный трек, очень классный, очень прикольные вайбы с него, чем-то напоминает, знаете, визуальные новеллы, то есть кайфово, кайфово. Beyond the Time от TM Networks, ну, послушать можно, прикольно. Рие Такахаши, насколько я помню, это очень прикольный трек, но в принципе Рие Такахаши хорошее эссе, как бы одобряю. Дальше тут одни из очень прикольненьких таких депампов. Heart on Fire тоже у них мега энергичный такой прикольный трек. В принципе, рекомендую послушать. Масаюки Сузуки тоже классный. Суперфлай тоже мега крутые. Хадаши но степ от Лисы, насколько я помню, это был самый, наверное, прикольный трек от Лисы, который я слушал за последнее время. Так что действительно одобряю. 75-е место почетное. Майя Сакамото — это всегда кайф. Тем более это, по-моему... Сейчас... Да, тем более это опенинг Кабата. Если вы не смотрели Кабата и любите клампов, то почему вы еще не смотрели Кабата? Кстати говоря, Кабата — это, по моему мнению, лучшая роль Каны Ханазавы в лице Кабата в аниме Кабата. Дальше, кстати, как раз таки идет Кана Ханазава, Too Late for Chocolate. Тоже очень, очень милый, приятный трек. Кенри, я не помню, что это. Это охуенный трек. USA до пампов сначала может не зайти, но он очень прикольный на самом деле. Я бы под него сделал комбо-видео с Кеном в SF4. Nightmares это тоф, я не знаю, почему это слушал. Я это слушал еще году в 16-м, а потом что-то мне кинули Spotify, я такой, ну ладно, как бы раз бесплатно, можно и послушать. Yuihori, так, это у нас... О, это у нас эндинг Торадоры первый. Кстати говоря, на данном моменте я хочу сказать и напомнить всем, что если вдруг вам нравятся персонажи из Торадоры или любых других, любые другие персонажи из
издательства того же Ранобэ, есть такая замечательная игра, как Dengeki Bunka Fighting Climax Ignition, которая обладает замечательным кастером, замечательным rollback нет-кодом. И вы можете на моем сервере, ссылка которого находится в описании, поиграть в нее. Также есть русская вики, полностью на русском языке, arcadegym.ru, где по данной игре, файтингу, можно найти очень много полезной информации. Дальше у нас идет Юкари Тамура. Если я правильно помню, это мега крутой трек. Да. Канари суки суки. Я бы на него сделал кавер. Если хотите, пишите данные своей карты в комментариях. Дальше у нас идет кавер на ост из Multi Blood Actress Again. Не путать с Multi Blood Actress Again Current Code от Консулсов. Очень прикольный такой джазовый кавер. Всем рекомендую послушать. Дальше снова сеты тофу, ничего интересного. Дальше у нас идут почему-то осты из Undertale. Но, кстати, Amalgam один из моих любимых, наверное, остов в Undertale. Очень такой загадочный, прикольный. Дальше у нас идет хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай от Юса Резава. Если вы не слушали и вы виабушник или же другой вид дебила, рекомендую послушать. Дальше у нас Трялис и Трайсейлы. Хороший трек. Вагики Бенд уже рассказывали. Снова Ост из Undertale. Асгор, кстати говоря, очень прикольный трек, который в свое время из-за ебучей мегалования обошли стороной, как и много других треков. Но, вернее, не то чтобы обошли, просто как-то дали меньше внимания. Дальше у нас идет, ну, наверное, так все знают этот трек через Гачиусы, поэтому заострять внимание здесь не буду. Это у нас... А, это приятный трек, крутой. Дальше Вагаки Бенд, Ядро. Во, кстати говоря, Накамура Эми открыл для себя этого исполнителя. Накамура Эми очень прикольный исполнитель. Рекомендую послушать, если вам нравится обычная гитара. Ну или, не знаю, как там, классик гитара, ванила гитара. Я не музыкант, не разбираюсь в ваших подвидах развлечений. Но если вам нравится вот эта вот классическая гитара, то можете послушать, тем более, что, насколько я помню, Накамура Эми периодически орет, а я люблю, когда женщины в своих песнях орут. Stranger Than You, Chara Version, помню, когда только вышел этот трек, я его посмотрел еще только почти что на релизе, ну, так же, как и Saints Version, до него мы дойдем. Потом, короче, через 2 дня открыл, там 5 миллиардов просмотров, я такой, окей. Это, насколько помню... Да, это Platinum Disco из Nisimo Nagatari. По-моему, это третий опенинг. Очень крутой, Юка Игучи знает, что делает. Очень гораздо круче, чем ее не настолько давние опенинги этого данмачи. Сейчас, извините, я не буду Discord вырезать моменты, чтобы вы каждый раз смотрели это видео и думали, что вам кто-то пишет, думая, что все-таки вы кому-то нужны. Вот. Дальше у нас снова Toby Fox Paradise City, Guns N' Roses, естественно, как бы все это знают. Если вдруг не знают, то они это знают, потому что они играли Burnout Paradise, поэтому да, про это я уже рассказал. Milgram был такой проект, ну он и сейчас есть, проект, где показывали всякие клипы с персонажами, и ты потом должен решить, виновен персонаж или нет, там, убьешь ты его в итоге или нет. Как бы задумка прикольная, но когда там клип у тебя раз в месяц 500 клипов нужно сделать, еще 3 этапа, ну, короче, в итоге я хуй забил где-то, блядь, с месяца через 2-3. И в целом мне не интересно, что там дальше. Hopes and Dreams, наверное, мой любимый ост из Undertale. Почетное на 49-е место. Кана Ханазава — это легенда, как бы просто да. Дальше у нас идет Эврил Лавигни, Girlfriend. Ну, я думаю, тоже много кто слушал. Тут, кстати, альбом очень хорошо называется. Опять же, ей тот же Burnout Paradise, например, да. Там Hey, hey, you, I don't like your girlfriend. Много кто слушал. Sugar and Spice, кстати, про этот замечательный трек. У меня есть история о том, как я смотрел еще релизы Spice. Я его смотрел в ongoing в 2018 году. Это был осенний сезон, если я не ошибаюсь. Это была, если типа, 6-я серия. Я просто услышал этот трекич в серии, такой, блин, как же кайфово, какая прикольная сцена. Я ее вырезал. Прям сразу, как серию досмотрел, пошел, вырезал, и до сих пор на Ютубе на моем канале можно найти. Там сейчас, по-моему, 28 тысяч просмотров, и даже до сих пор люди смотрят и пишут комментарии. И где-то, наверное, половина комментариев о том, блин, я думал, что это драка Гаймона с Якудзой, короче, Гаймон, который из Люпина третьего.
Вот, очень всегда интересно их читать. Дальше у нас Spider-Dance. Ну, на стах типа из Undertale не вижу смысла заострять внимание. Zombie Song, такой тоже прикольный трекич. Ostis Xenoblade Chronicles тоже прикольный трекич. Тема Зангиева из SF4 тоже замечательный ост. Очень прикольно выбрали формат, учитывая, что в SF4, в принципе, хватает таких ремиксов, ну, чересчур электронных, как по мне. Вот тема Зангиева вообще не такая, она сделана очень хорошо. Hard Drive, тоже один из фанатских треков по Undertale, тоже очень прикольная там лирика, очень классно все сделано, одобряю. Groovin' Magic, ну, тоже популярный трек, как бы, если вы не слушали, то вы, вероятно, не слушали, поэтому стоит послушать. Адамас, наверное, мой самый любимый трек Лисы вообще, который есть. Я помню, когда он только вышел, такой, ебать, хайпово, хайпово. Вот, в принципе, кстати говоря, Адамас — это опенинг Sword Art Online Alicization. Если вы когда-то хотели поиграть за персонажей из Sword Art Online, или же их побить, как бы, но у вас не было возможности, то теперь она есть, ведь существует игра Dengeki Bunka Fighting Climax Ignition, которую вы можете поиграть абсолютно бесплатно, с замечательным rollback netcode. Цуки Мусуби — это специальный эндинг был в релизе Spice, я его помню. Собственно, про персонажей вот этих, про Фу и Мэй. Почему про Фу, правда, не знаю, потому что, по-моему, это Аки. Ну, ладно, не суть. Но очень такой тоже прикольный трекич. Одобряю. Канаханазава, ну тут легенда, очевидно. Don't, это Накамура Эми. Накамура Эми — это, как я говорил, мега кайф. Clock Tower Stage снова у нас, это, насколько помню, кавер на Clock Tower Stage, а не трек оттуда. А поскольку Marvel 2 это файтинг с отличным остом, возможно, даже мой любимый файтинг в плане оста, то подобные каверы мне очень нравятся. Вот, No Thank You. Определенно точно один из моих самых любимых эндингов вообще в аниме. Очень долгое время я говорил, что это, наверное, топ-1 для меня в принципе. Но со временем многое поменялось. Но я думаю, топ-2, топ-3 все еще очень легко держит данный эндинг. Очень он классный. Если не смотрели Кьон, посмотрите. Замечательный тайтл. Потому что слайс. Вагаки Бенд, как и говорил, круто. Get Wild, ну, это эндинг City Hunter, как бы. Я думаю, все-таки людей больше знает этот эндинг, они City Hunter не смотрели, но тем не менее. Get Wild — очень классный тоже трек такой. Get Wild and Tough Hitori Deva. Очень классный трек, я бы под него в файтинге играл, наверное. Вот когда у вас low HP, вам, наверное, стоит врубать этот трек, особенно если играть на какой-нибудь Rushdown Character, да, и начинать просто Get Wild становиться, да? I can do better. Ну, Avril Lavigne опять, да? Канаханазава Дайджобу. Кстати, очень классный клип был с Дайджобу. Я именно так и узнал о треке. Я сначала именно клип смотрел. Канаханазава — это кайф. Tenshi Neferetto — это специальный трек из фильма по Кийону, где они прощаются с одним из персонажей. Замечательный трекич, очень такой чувственный, очень прикольно для слайса сделано. You Woman, White Town. Ну, как бы, тут либо вы знаете, либо вы не знаете, но лучше знать, конечно, вот. Например, в принципе, я думаю, если вы не хотите показывать, что вы какой-то чел, который там, да, там, мега старый, вы можете просто сказать, ну, я узнал про этот трекич, когда я смотрел гайд на Full Moon Row, да, в Мелтиблазе. В принципе, рабочая стратегия. Вот этот трек мега замечательный, обязательно себе скопируйте, потому что там очень хайпово телочки поют. Кстати говоря, есть видео тека от меня с Тайгой в Dengeki Bunka Fighting Climax Ignition, где использую данный трек. Пати PR2Y. Я честно хотел, чтобы этот трек стал опенингом в My Remastered Irumakun 2. Но вообще, конечно, вот они что-то просрали этот момент. Я был расстроен немножко, но там, по-моему, все еще были депампы. Да, там были все еще депампы, это было правильно. Канаханазава — легенда. Это эндинг из Story Demo Матч по Мамотейру.
Отличное аниме, там последние три серии, правда, режиссер что-то главы напутал и сделал что-то не очень прикольно, но в общем и целом очень прикольный слайс, смешной, веселый, задорный. Опенинг также прекрасный. Так, это у нас что? А, это у нас опенинг Domestic Nakanojo. Возможно, это самый лучший опенинг 2000, зимы 2019 года. Он очень прикольно сделан, очень красивый, очень трек классный. Ну, Минами и так далее. Но в целом, конечно, я аниме не смотрел, потому что мне не интересно. Ну, Zenzenzenz это как бы просто Red Vimps, это и так уже все слышали. Снова Кана Ханазава. Ну, Кана Ханазава мне нравится, да. Накамура Эми я уже про него говорил. Odd Loop Фредерик, ну, наверное, большинство этот трек знают. Если нет, то просто загуглите Odd Loop Фредерик клип. Там, короче, девочки танцуют очень классно. Toxic Spice, это снова Ост из Release the Spice. Очень прикольная тема. Там, в принципе, Release the Spice очень такие веселые. Осты классные. Особенно, когда они поют все вместе. Там Кавай Нова Дефорото. Фу-ва-фу-ва-фу. Как бы да. Послушайте обязательно. Дальше Кана Ханазава. Magical Mode, насколько я помню, это как раз таки новый трек Кана Ханазава. Она даже спустя, что ли, 5 лет или 6 запостила у себя на YouTube канале новость о том, что вот, короче, трекич будет Spotify. Я тогда мега хайповал. Так, это у нас Юсаризава. А, все понял, это Debicute. Debicute это эндинг Маримашта Ирмакун. Очень прикольный такой эндинг, забавный. И миленький. Just a Ties, как бы. Видеоряд у Just a Ties был не очень, если кто не понял, это седьмой опенинг Black Clover, но трекич там просто ебет. Я бы его тоже с радостью перепел. Как бы пишите в комментариях, опять же, данные своей карты и своего мейна в ДФЦИ. Kimi no Mama D. Трек Azusa. У Azusa, в принципе, достаточно часто чувственные треки, но, наверное, Kimi no Mama D мой фаворит, потому что это вот опенинг Amagami SS в первом сезоне, второй. Он очень такой чувственный, приятный, даже грустный в некотором плане. И он очень прикольно сочетается с видеорядом. We Are So In Love, мега крутой трек Каны Ханазавы из Blue Avenue. Когда-нибудь я себе точно куплю Blue Avenue диск, но это будет не сегодня, потому что сейчас как бы без 10:02 ночи, и мне впадло. Call Me Sick, очень классный трек, я бы под него, знаете, я, кстати, true story, когда закончился год, я хотел собрать все русские турниры, именно скачать и нарезать их самые классные моменты и сделать компиляцию под этот трек. Там есть в припеве Everyone calls me so sick. Это было бы очень классно. Канабун. Кстати, самое смешное, что на Imo no Nethery мне нравится больше в кавере вместе с Моссой из группы Некритолки. Вот. Потому что именно здесь идет трек от лица как бы женского и мужского параллельно, но в канабунах как бы вокалист один, поэтому тут просто типа, парень и парень. Философия но дэнс очень прикольный. Трекич, под него тоже есть тека на тайгу у меня в ДФЦИ. Можете посмотреть видосик или попросить, если лень искать. Дальше Кана Ханазава, прекрасный трек. Walk Like an Egyptian, наверное, все уже слышали, хотя бы просто потому, что этот трек потом использовали в Stardust Crusaders как эндинг. Но если вы все-таки не слышали или скипали эндинг, то обязательно послушайте. Дальше у нас Superfly, это, по-моему, самый прикольный, да, который Monster Charge. Да, офигенный трек, обязательно послушайте. Downtown, кстати, интересный. Downtown это как раз-таки opening с Redemo Machiavo Maotero. Обязательно послушайте оригинал, во-первых. И во-вторых, потом послушайте это, потому что очень прикольный кавер. Spice is Alive. Снова у нас идет замечательный релиз The Spice. Мега кайфово. Дальше у нас Holding Out for Hero. Но это все слышали, потому что, очевидно, либо вы это слышали изначально как в клипе, либо вы слышали это в Шреке 2, либо вы играли в Saints Row. Тут как бы, если вы это не слышали, то высока вероятность, что вы это не слышали, да? Поэтому нужно послушать, скорее всего. Обязательно послушайте, там замечательный трек. Sweet and Sweet Cherry это эндинг Golden Time. Кстати говоря, персонаж из Golden Time есть Dengeki Bunko Fighting Climax Ignition. Это замечательная игра. Обязательно ее попробуйте. В ней есть замечательный rollback netcode, и вы можете играть без каких-либо проблем.
Вот, замечательный, прикольный очень эндинг. Юйхори в целом очень хорошо трекичи делает, всегда приятно их слушать. Ну, конкретно для меня, понятное дело. И Kageyaki Girls — это первый самый опенинг Кейона. Кстати говоря, долгое время мне нравился больше всего второй, потом я думал, что очень третий, прикольно, как он завершал историю, скажем так, да. Ну, конечно, завершал историю Слайса, звучит мега круто, и там есть колледж манга, я ее тоже читал, но ее так и не экранизировали по итогу, как бы, да. Если хотите от меня озвучку манги по Кион колледжу, то обязательно пишите об этом в комментариях. Вот, первый опенинг, он тоже мега классный, особенно именно в фулл-версии. Фулл-версия, он прям просто великолепен. Вот, это был обзор на мой топ 2021, треки, которые понравились мне в этом году больше всего, только для меня Махра. Вот, если вы хотите еще больше таких абсолютно конченных видео, то обязательно пишите об этом в комментариях и играйте в Dengeki Bunka Fighting Climax Ignition.